я хочу вам рассказать о своей комнатной елке Араукари. Конечно же, все хотели бы иметь к Новому году такую замечательную елочку, и, как правило, всегда к новогодним праздникам стараются купить живую ель или сосну. Но после новогодних праздников эти елки представляют собой очень жалкое зрелище. Конечно же, они выбрасываются все на свалку. И нужно еще помнить о том, что вырубаются леса. А можно вырастить такую елку, которая будет радовать новогодние праздники самому, своими руками. Ну, практически своими руками. Конечно, для этого потребуется исходный материал. Например, семена или черенки этой араукари. Моей елочке 7 лет. Она была привезена из Санкт-Петербурга. Я ее приобрела в ботаническом саду города Санкт-Петербурга. И представляете, с какой дали я везла эту елку. Конечно, она была очень маленькая, она была ростом 35-40 сантиметров, она не превышала этих размеров. И вот сейчас она вот такая красавица у меня, практически ростом с меня. Ну вот у меня рост 1,68 м, и моя елочка где-то уже 1,55 м точно. То есть практически размером с меня. Какие особенности существуют ухода за комнатной елью? Это единственный сорт комнатной ели, который приспособлен для выращивания в домашних условиях. Конечно же, есть еще сосна, в горшочках продается, если вы обращали внимание. Пихты также продаются в горшочках. Ели, но они все не приспособлены для выращивания их в условиях помещения. Потому что климат, именно вот центральное отопление, не подходит этим хвойным растениям. Их обязательно нужно после праздника высаживать в землю, потому что они растут только в природных, естественных условиях. И только араукария, она способна расти в комнате. Конечно же, тоже нужно соблюдать ряд условий. Араукария нуждается в повышенной влажности воздуха, поэтому ее необходимо помещать вдали от отопительных приборов. Конечно же, в квартирах с центральным отоплением этого очень трудно достичь, поэтому необходимо, во-первых, проветривать помещение. Араукария нуждается в проветривании помещения. Открывайте окна. Обязательно. Даже в зимнее время года необходимо открывать окна, а в летнее время года араукарию можно вынести на балкон. Там она будет себя прекрасно чувствовать. Также араукарию необходимо постоянно опрыскивать. Я именно повторяю слово «постоянно», потому что араукария нуждается в систематическом опрыскивании хотя бы раз в день. Я это делаю по возможности 2 раза в день, потому что араукария, вот именно иголочки, это листочки, они очень любят влагу. Также араукария не выносит сухой земли, ее необходимо поливать. Я в разных источниках читала, что существуют различные варианты полива, имеется в виду частота полива. Можно поливать ее в зимнее время года 2 раза в неделю. Можно поливать 1 раз в неделю. Вы должны наблюдать за комом земли. Как только ком земли высохнет, вы можете пощупать кончиками пальцев, если ком земли в горшке сухой, необходимо полить растения. Потому что араукария не выносит засухи. Она не выносит сухой почвы и не выносит сухого воздуха. Поэтому необходимо араукарию ставить вдали от батарей, от отопительных приборов. Если араукария находится рядом с батареей, то нижние ветки ее начнут опадать. Будет наблюдаться пожелтение иголок. Они начнут сохнуть и осыпаться, как и все хвойные. Араукария очень похожа на хвойные сорта и своей смолой. Именно вот это смолистое вещество, которое она выделяет, если надломить ее веточку или вот так вот потереть иголки араукарии, то действительно в комнате раздастся хвойный запах. И араукария выделяет именно смолистое вещество. Оно похоже на такой, это имеет молочно-зеленоватый цвет. Когда-то я сломала нечаянно ветку, был сильный ветер на улице, и мое деревце упало, и ветка была сломлена. Обломалась ветка, конечно, было очень жалко,
Но я обратила внимание, что Рукария стала очень быстро восстанавливаться. Она выделила смолу, эта рана заросла, и через некоторое время на этом месте стали проглядывать уже молодые веточки. То есть Араукария очень быстро восстанавливается. Наверху Араукарии макушка находится, и вот здесь находится самое важное, это сердце Араукарии, это точка роста. Именно макушка, она способствует тому, что дерево развивается, оно растет. И если обломить макушку, это делают для того, чтобы, например, укоренить Араукарию. Срезается макушка, и она укореняется во влажном субстрате. Желательно надеть пакет. Вот, и тогда вы получите новое растение. Но делать это нужно в крайнем случае, то есть не обрезать макушку. Когда у вас уже Араукария теряет декоративность, она ее потеряет, потому что нижние ветки постепенно Араукарии, они отмирают. Вот. И, конечно, вытягивается ствол, но опять же, это при несоблюдении условий ухода, условий, обеспечивающих уход этому растению. Поэтому в крайнем случае макушку нужно обрезать, если растение потеряло декоративность, и вы хотите продолжить и укоренить, и вырастить новое растение. Но делать это нужно редко. Если у вас растение красивое, то делать этого не нужно, потому что вы можете погубить свою елочку. Срезав верхушку, она может вообще прекратить развитие и погибнуть. Хотя я в некоторых источниках читала, что некоторые даже советуют прищипывать макушку Араукарии для того, чтобы шел такой вот активный процесс роста срединных веток. И некоторые даже проводили эту процедуру, они отрезали верхушку, и Араукария долго плакала, как указывалось в источнике, именно своей смолой. И вот после этого потока слез появлялись новые зеленые почки. Но это в лучшем случае. В худшем случае растение ваше просто погибнет. Поэтому вот я сама не трогаю эту макушку Араукарии своей и вам не советую. Это в том случае, если у вас растение теряет декоративность и вы хотите обновить его. Тогда можно. Для того, чтобы Араукария равномерно росла, ей нужен, конечно, свет со всех сторон. И для этого необходимо горшок с Араукарией поворачивать. Это делать нужно каждую неделю. Мы поворачиваем на несколько сантиметров горшочек вокруг своей оси. Таким образом, за год, то есть за зимнее время года, вы осуществляете вот такой вот систематический круговорот своего деревца. И оно равномерно формирует свою кровлю, свои ветки. Какие еще особенности существуют ухода за Араукарией? Во-первых, опрыскивание, как я уже сказала. Во-вторых, систематический полив 1-2 раза в неделю. Необходимо ставить вдали от отопительных приборов. И еще одна особенность. Араукария, хотя она родом из Австралии, также ее родиной являются острова Тихого океана, например, остров Норфолк, откуда она была привезена в Западную Европу. Ее родиной также является Америка, Чили. Араукария не нуждается в ярком солнечном свете. Она любит рассеянный свет, поэтому в жаркое время года ее необходимо помещать в тени растений, в тени деревьев. Ну и, конечно же, в зимнее время года она не особенно нуждается в ярком свете, поэтому ей досвечивание, то есть удлиненный световой день, ей не нужен. То есть не нужно создавать таких условий, как, например, для цитрусовых. Вот, например, цитрусовые, да, они любят длинный световой день, поэтому необходимо им создавать эти условия, ставить специальные люминесцентные лампы. Вот елочка эта Араукария в дополнительном освещении в зимнее время года не нуждается, поэтому досвечивать ей и продлевать световой день нужно. То есть ей необходим рассеянный свет. Единственное требование, это для равномерного развития кроны, ее необходимо поворачивать вокруг своей оси на несколько сантиметров раз в неделю. Тогда она будет у вас иметь такой вот красивый декоративный вид. И, конечно же, Араукарию можно украшать, даже нужно, к новогодним
праздникам. Делать это можно с помощью вот таких шаров. Желательно, чтобы они были очень легкими, чтобы вы не поранили веточки и чтобы иголки не осыпались в итоге. Потому что если вы будете вешать очень тяжелые украшения, то ваша елочка может не выдержать. Вот такие можно вешать игрушки. Вот такие красивые часы. Обратите внимание, можно подвешивать ваши шарики, ваши елочные украшения с помощью нитки. А можно изготовить вот такие крючки. Это они изготавливаются из обычной проволоки. Обратите внимание, это проволока. Вот, она прикрепляется к елочной игрушке, такие красивые у меня часы. И вот так просто вешается на елку. Когда часы 12 бьют. Итак, уважаемые зрители, уважаемые подписчики, я поделилась с вами секретами ухода за комнатной елкой Арамкарии. Соблюдая эти правила, вы можете вырастить к новогодним праздникам вот такую комнатную елочку Арамкарию разнолистную. Также эта девица будет украшать ваше помещение круглый год. С вами была Ольга Рубанова на видеоканале Хилька ТВ. Всем пока, до новых встреч и подписывайтесь на мой канал. Thank you.